в мероприятии участвовали? Да. Где вы участвовали? В каком именно? Ну, в автовокзале. Просто встреча состоялась. В каком чате списывались? Там вроде написано. Я уточняю. Награду 97. Откуда думала, что митинг или что-то будет? Там закреплено сообщение. Ну, написано. В чате. Какие планы были в дальнейшем? Ты пришла на митинг, что ты собиралась делать? Почему тебя призывали или ты кого-то призывала? Я пришла на митинг, и по беседе, в которой стояла план, был, хотели люди идти до медицинского университета, но собралось очень мало людей, и мы собирались расходиться. В тот момент, как раз когда приехали ОМОН и начали потихоньку забирать. Когда первый раз к вам подошли сотрудницы ОМОН? Вы отошла. Убежали? Да, я отошла. Ну почему вернулись? Вас же попросили по-человечески. Я сделала круг там около Ивы, там попытались забрать парня, и я вернулась в толпу, чтобы около девушек чувствовать себя безопаснее, потому что я не знала, куда правильно идти, потому что в чате писали, что везде кто-то стоит и могут забрать. Что за мобильным телефоном у вас были за сообщения? Вы где и так далее? Кого звали, для чего вы звали? Я уточняла местоположение людей, чтобы понять, имеет ли какой-то смысл куда-то идти, кого-то ждать, потому что люди писали, что мы едем, и сообщали о своем местоположении. Я и спрашивала, будет ли еще кто-то, потому что говорили, что еще уже до вокзала кто-то есть, но я туда идти не решила за меня. Конечно, без меня. Не били ничего. Меня ОМОН и что, болит что-то?